Инвестиционный проект по модернизации уличного освещения – один из таких, которые выгодны со всех сторон. Городской бюджет не тратит ни копейки, а муниципалитет получает современные светодиодные фонари. Работу финансируют крупные банки страны в рамках государственной программы. Расплачиваться с ними «Армавир» будет в течение 5-7 лет за счет сэкономленных средств. Новые фонари светят ярче, а электричество потребляют меньше в 4 раза. Компания «Энергоника» успела заменить только половину светильников, а город уже сэкономил более 3 миллионов рублей за месяц. И это еще не все преимущества. Сейчас со вторника будет работать система «Аскоя», люди будут ставить щиты управления. То есть это получается из одного кабинета можно будет видеть все освещение города. Любые скачки, любые те сонапряжения. И потом снимается чудовищная нагрузка с сетей. Это же бытовая линия, сейчас в частном секторе это же вообще проблема. Будет меньше проблем, вот, и социальная нагрузка будет снята во многом. Монтаж новых светильников начался 22 мая. В срок до 15 августа в городе должно появиться 7700 светодиодных фонарей. Параллельно монтажники меняют подводящие провода на самонесущие изолированные. Сейчас идут работы на улице Майкопской. Это частный сектор, жители которого очень довольны. Мы меняем уличное освещение в количестве 1200 светильников, которые находятся на фотоэлементах. Задача жесткая, сроки ограниченные. Погода еще нам не позволяет работать в полную силу, потому что здесь сейчас 40, наверху-то на вышке 45 градусов, то есть достаточно тяжело. Плюс еще осы в светильниках. Поэтому задача выполнить добросовестно, в срок, и главное, чтобы оставить себе доброе имя. Новые светильники отвечают всем современным требованиям. Они выдерживают перенагрузку до 350 вольт, мороз и жару до 50 градусов. Срок службы каждого – около 10 лет. Благодаря внедрению новой системы уличного освещения город планирует сэкономить на электричестве 325 миллионов рублей за 7 лет. Влада Волошина, Игорь Щенников, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».